Без тепла и горячей воды минувшей ночью остались 8200 ивановцев. По информации единой дежурной диспетчерской службы, произошло повреждение на трубопроводе диаметром 600 мм на линии в районе улицы 5 Калиновская. Без ресурсов остались два детских сада и школа. Владимирский филиал компании «Т-Плюс» проводит работы по восстановлению герметичности магистрального трубопровода. К работам привлечено 16 специалистов и 6 единиц техники. Энергетики планируют завершить ремонт и возобновить подачу теплоносителя в самое ближайшее время. Между тем, циркуляция теплоносителя может быть затруднена вследствие завоздушивания стояков. В случае длительного отсутствия отопления жителям рекомендуется обращаться в управляющие организации. На время ремонта подача тепла и горячей воды в 50 окрестных домов осуществляется по обратному трубопроводу со сниженными параметрами. Между лотками проходит трубопровод. Изоляционный слой разрушился, прокап получился на трубе. В месте повреждения образовался твищ, ну и, соответственно, сейчас заплатой устраняем. На данный момент сварочные работы практически закончились, завариваем и приступаем к заполнению трубопровода. Закрываем лотками и включаем потребителя.